Друзья, всем привет! Сегодня сдаем отопление. Отопление электрическим котлом. Дом двухэтажный. Уже поздно, но сегодня надо сдать и уже рассчитаться, подписать договор. У нас для вас специальное новогоднее предложение, но это все будет в конце ролика, друзья. Это шикарно просто. Заходим в дом. Что тут у нас? Заправляем сейчас систему отопления. Это прихожая. Поехали дальше. Наш объект. Подогревались, конечно, пушкой газовой. Котельная у нас под лестничным маршем. Котел ЗОТА МКС. Заправляем мы специально подготовленной водой. Это приобрел заказчик, не мы. Обычно мы заправляем антифризом специальным. Ну а здесь подготовленная вода, но она может замерзнуть, друзья, если не топить. Сейчас установили мы GPS GSM модуль. Сейчас пробежимся. Так, покажу вот этот санузел. Санузел отделан кафельной плиткой. Комнатки вот такие цветные, в каждой комнате свой цвет. Радиатор, как обычно, подача, обратка, подсоединение диагональное. Вот. И еще что тут? Сейчас пройдемся. Это кухня, кухонка. Такой зал небольшой. Ну как небольшой? Нормальный такой зал. Здесь нам пришлось обходить входную дверь также. Вот входная дверь, обходим ее. В каком-то, да, в закуточке воздушный клапан поставили. А где подача. У нас отсекающие-то наверх идут? Вот ванная. Ну, вот такой вот домик. Домик, в принципе, очень понравился. Выход на второй этаж, труб, подача, обратка, отопление. Два крана, можно любой из них закрыть. И второй этаж топиться не будет, так как тепло обычно снизу идет у нас вверх. Значит, смотрите, вот по заданию заказчика за стиралкой, за стиральной машиной почему-то, по его желанию, сделали кран подпитки. Подпитки из водопровода. Вот кранчик. Стиральную машину отодвигать придется и подпитывать. Но подпитывать не часто, может, раз в год. А может и вообще не надо. Сейчас пойдем на второй этаж с вами, зайдем. А сейчас дом такой шикарный. Ну как шикарный? Ну такой и не бюджетный, и не элитный, но добротный такой дом. Как обычно, тут уже такая мода в каждой комнате. Цветные стены. Вот, пожалуйста, второй этаж. У нас система двухтрубная, тупиковая. Это тупиковый радиатор. Вот мы здесь, значит, зашли с первого этажа. И у нас налево и направо также воздушник стоит обязательно, автоматический. Ну и здесь два окна, два радиатора. Подсоединение, напоминаю, все диагональные к радиаторам. Труба у нас идет 25-я. Подключение к радиаторам 20-я труба. Ну, вот здесь такие вот закоулки, закатулки, где пришлось нам там лазить нашим монтажникам доблестным. Паяться. А это же на полипропилен, он паяется паяльником специальным, утюгом в простонародье. Ну, вообще, домик такой, да. Я бы такой тоже приобрел. Ну, как дачу, типа. Ну, вот, друзья, закончили отопление. Антенка. Простая обвязочка обыкновенная. Фильтр сетчатый. Крана слив-залив системы. На два крыла лево-право. И в санузле уходим на второй этаж. То есть тут без проблем. Очень простое отопление, работает шикарно. Каждый радиатор у нас греется в одном режиме. Все радиаторы, точнее, греются в одном режиме.
Отопление называется, повторюсь, двухтрубная, тупиковая, тройниковая разводка, тройниковая. Еще раз санузел. Здесь у заказчика будет душевая, водонагреватель и так далее. И тому, друзья, подобное. И вот теперь наше предложение, друзья. Обычно у нас, если на сайте вы зайдете, то там у нас отопление стоит 8 радиаторов, электрокотел полностью под ключ, работа 95 тысяч, но и материал вместе со всеми прибамбасами под ключ 150, то есть всего 250 тысяч вам обычно обходится отопление. С 13 декабря минус 50 тысяч, за 200 тысяч под ключ со всеми прибамбасами только у нас. Так что, друзья, заходим на наш сайт, делаем заказы. На сайте есть простая обратная связь. Можете нам звонить, можете писать. Этот ролик будет во всех наших соцсетях. Заходите, пожалуйста, на наши соцсети. Телеграм новостной, Яндекс.Дзен, YouTube канал, ВКонтакте. Одноклассники, всем до свидания. Мы не прощаемся. Всем пока. Не болеем.